созданные обработки очень удобно смотреть из отчета. Для этого надо перейти в панель отчетов, вызвать соответствующий шаблон отчета, который вызывается либо из шаблонов, либо из выпадающего списка. В данном случае нам понадобится шаблон обработки участков. Это шаблон по группе. Задаем группу, все участки, указываем интервал обработки со 2 по 10 октября и нажимаем на кнопку «Выполнить». Вот мы видим реакцию системы, она выдала нам результат по обработанным участкам. В данном случае отображается вспашка, культивация по некоторым участкам с критериями, с параметрами, которые были от объекта. И мы видим отчет, табличный отчет. Который можно экспортировать в различные форматы. Вот. Здесь можно задать наименование отчета, выбрать требуемый формат. Причем обращаю ваше внимание на то, что форматов достаточно много. Они все стандартные, и в некоторые форматы допускают прикрепление отображения с обработками. Это формат HTML, формат PDF. А также очень удобный формат Excel. Ставим флажок на Excel 2007 плюс и выше, и можем получить готовую отчетную форму в виде таблицы. Проводник спрашивает, куда же разместить нам наш отчет. В данном случае я его выгружу в папку загрузки и сохраняю. Как видим, времени требуется немного для того, чтобы вызвать все обработки в виде таблицы, в виде графики, в мониторинге.